Почти 70 тысяч рублей требуется 10-летней Кате Степановой из села Абрамово Куйбышевского района для покупки инвалидной коляски. У девочки сложная форма ДЦП, и простые средства реабилитации оказываются бесполезны. Подробнее расскажет Оксана Тимошенко. Большую часть времени Катя проводит на руках у мамы. Татьяна рассказывает, всегда мечтала о помощнице. Катя родилась раньше срока с маленьким весом. Месяцев 4 в карточках стали появляться замечания о том, что это, вероятно, риск ДЦП. В 11 месяцев нам уже конкретно поставили диагноз ДЦП. Ну, а там год за годом у нас болячки прибавляют. То есть через 2 года нам поставили вывих бедра паралитический. Ну, а 3 года назад у нас эпилепсия появилась, то есть ее не было, сейчас эпилепсия. После приступов ребенок очень сильно устает. Сидеть мы не можем, она не сидит, голову она не держит. При этом она жизнерадостный, любознательный ребенок, особенно любит домашних питомцев. А вот прогулки, которые Катя ждет с нетерпением, пока вынуждена отложить. Нужна специальная коляска, в которой Катя сможет лежать. Там угол можем сами регулировать для Кати. Там есть адаптеры, которые позволяют фиксировать ребенка по бокам. И чем еще удобно, там получается ремень фиксации в виде жилета, что не мешает ребенку ни лямки, не давит ничего. То есть ребенок полностью коляски пристегнут, что не позволяет скатываться. В списке средств реабилитации, которые предоставляются детям с ДЦП бесплатно, такой коляски нет. Ее можно только купить за 67 тысяч рублей. Почти 10 тысяч уже удалось собрать. Все, что могут, они делают, но вот сейчас требуется семье помощь. То есть мы обращаемся с призывом. Благотворительный фонд «Сибирь боли нет». Мы просим помощи для Кати Степановой, чтобы мы смогли приобрести эту коляску. Чтобы она действительно могла находиться на улице в хорошую погоду хотя бы, как бы, да. То есть для ребенка это позитив, для ребенка это счастье. Хотя бы вот маленькое счастье, которое мы можем ей дать. Помочь девочке можем и мы, отправив посильную сумму. В сообщении необходимо указать имя для Кати Степановой. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, новости ОТС.